Вітаю. Одразу хочу подякувати своїх колег з вечірнього прайму, що покликали мене вести ще їх програму. Мені своєї не вистачило, велика честь. Ну, словом, зараз в нас на зв'язку Артур Петров, це стендап-комік. Я пропоную одразу подивитись визитівку. Слушайте, ребятки, у меня, в общем, собака заболела. Опять. Ну как собака? Мопс, это собака вообще? Это кто? Нам его посоветовали купить. Мы говорим, у нас есть дети. Они говорят, мопс – лучший выбор. Самый лучший. Веселая, позитивная, всегда счастливая. По итогу, ему сейчас 5 лет, и у него каждый год появляется новое заболевание. У него больные ноги, больные глаза, больные почки. У него аллергия и диабет. Мне кажется, моя собака в мире собак — Стивен Хокинг. Но тупой. Потому что мы последний раз были в ветеринарке, так как он запутался в пледе и потерял сознание. Это максимально тупая собака. И нам его продавали, потому что у него есть классные качества, да, он радостный, он классный, но у него диабет. И когда он радуется, у него поднимается сахар, и он падает в обморок. У нас дома нельзя радоваться. У нас всегда играет лаунж дома. Дети говорят, папа, включи мультик. Я говорю, это слишком весело. Это... Кури кальян, чилимся. Это... Просто. Недавно малый подходит, говорит, можно я поиграю с мопсом? И теща с соседней комнаты кричит, нельзя, ты его поломаешь. И я вижу, ну, что вся семья мучается, потому что ему каждый день колят инсулин, он ест специальные немецкие консервы, которые стоят больше, чем я. Я должен был, как мужчина в семье, предложить, я сказал... Мы мучаемся, он мучается. Давайте усыпим собаку. Но жена начала плакать, дети начали кричать, и мы не сделали этого. Но как-то я отдавал за него в ветеринарке 4000 гривен и подумал, жалко, что здесь сейчас нет моей бабушки из села. Ну, потому что она бы за такие бабки порешала его быстро. Вітаю тебе, Артур. Хочу одразу привітати з тим, що 8 березня вже фактично позаду. Вечір. Розповідай, як минув цей день в твоїй родині, що дарував, які сюрпризи приготував своїй родині. Привіт, привіт всім. Слушай, ну, на самом деле, утром поздравил, вот, сейчас съездил, выступил на 2 концерта дневных, вот, еще впереди 2 вечерних, поздравил, честно, я недорогие цветы покупаю, ну, потому что я считаю так, мои не любят дорогие цветы, ну, розы там и так далее. Я не жлоб, просто они любят полевые цветы, наверное, так. Вот. Ну и вкусненько вот так вот своих девочек поздравил. У меня их в семье 3. Жена, дочь и теща. Живу с тещей. Вот. Для того, щоб було. Ну, ще, я так розумію, є в тебе теща, є сестра дружини, тобто є багато друзів. Як, ну, тобто це багато, напевно, такий батальйон жінок в тебе, яких треба було привітати. З всіх встиг поздоровити. Більшість успів поздравити по телефону. Позвонив в Дніпр. Вот, это хорошо, что большая часть моего женского батальона в Днепре. Мама, бабушка там все. Пожелал им вот, счастья, любви, женского счастья. И от дома, ага, да, от дома с самого утра поздравил.
Круто. А ми ще от всіх наших гостей сьогодні питаємо про, можливо, невдалі подарунки, які, можливо, колись трапляли саме для жінок. Можливо, ну, коли ти вирішив скреативити, так, але щось пішло не так, і це було не дуже, ну, скажімо, вдало. Були якісь такі історії в тебе? Слушай, была одна история, но на самом деле меня мама подставила. Мне было лет, наверное, 13-14, и мама говорит, поедь в село, поздравишь бабушку с 8 марта, дает мне подарок и дает веревку. Я так, ну, малой был, я не обратил внимания, типа, говорю, а что это за подарок? Она говорит, да она сама просила бельевую веревку, говорит, ну, белье не на что вешать. И я приезжаю, дарю ей эту веревку, а бабушка просто так отреагировала, ну, то есть, чтобы я повесилась или что? Я, это не я. Говорю, да, да, внучок, спасибо, спасибо. Ну, це, напевно, запам'яталось на все життя. І ще такий момент, я знаю, що ти в минулому журналіст, так? Ти працював, ну, я так розумію, на різних каналах, ти був сценаристом СТБ. І я до чого, що ми тут на каналі влаштували такий сюрприз нашим жінкам, ми підмінили їх в ефірах. Можливо, в компаніях, де ти працював, я так розумію, там теж було дуже багато жінок, ви теж влаштовували якісь такі сюрпризи, про які можна розказати? Було щось таке, може, дуже оригінальне, про що можеш згадати? Да не знаю. Я, в принципі, у нас завжди була ця проблема. У мене взагалі, в принципі, була завжди проблема в колективі на 8 марта, тому що, я не знаю, у мене учился на факультете журналистики, где у нас было 2 мальчика, 29 девочек. Вот. Потом работал на телевидении, а ты знаешь, что на телевидении в основном работают девчонки, особенно там ведущими, редакторами, сценаристами, журналистами. Вот. И всегда, ну, запомнился 8 марта вот, одно из... Когда мы девочкам хотели подарить сладкое, ну, сладкий стол, накрыть какой-то крутой, они узнали об этом и просто сразу сказали, ребята, давайте никакого сладкого, давайте вот как мы вас поздравляли, пиво и пицца, ну, нам подходит, нам больше понравилось. Ну, тобто, історії вистачає. Ще хотів спитати тебе, я знаю, що ми бачили тебе в Good Night Show, так, ми бачили тебе в шоу на ICTV. Можеш нам, можливо, так трохи розказати, над чим працюєш зараз? Ну, такі творчі зараз моменти. Зараз пишу два сіткома, вот, комедію. І, на самом деле, дуже багато виступаю. Зараз в Києві жанр стендапа прям, ну, набрав обороти. Кожен день виступлення почти. Вот, ну, сьогодні, наприклад, 4 рази буду виступати. Были дневные концерты, и вот. Также на 14 февраля, кстати, тоже было 4 выступления, причем 3 концерта просто в одном зале сделали. Сначала один, потом еще один дополнительный, еще один дополнительный. А от, до речі, жінки от в комедії, от в стендап-комедії, так, це, в принципі, їх меншість, я так розумію, чи ситуація поступово змінюється, от твої такі враження, або чомусь так, наприклад. 100%, что она меняется, и в будущем она изменится вообще просто кардинально, потому что даже если посмотреть женский стендап в Ютубе, девчонок немного, но они очень популярны, и эти ролики набирают прям супер-бубер много просмотров. Вот. Есть сериал сейчас очень такой популярный, невероятный миссис Мейзел, вот, о женщине, которая там в Америке в 50-х годах начала заниматься стендапом и стала стендап-комиком очень известным. Вот. На открытых микрофонах сейчас очень много девчонок приходят, и поэтому, мне кажется, в ближайшее время ситуация просто кардинально изменится, и девчонок, которые шутят, станет, я не знаю, в 5 раз больше. Артур, розкажи, будь ласка, коли приїдеш з концертом у Дніпро, коли тебе чекати? Очень хочу приехать в конце апреля. Вот, так что подписывайтесь на мої соцсети.
там сделаю объявление, буду с концертом где-то, ну, скорее всего, в небольшом заведении, какой-то барчик или ресторанчик. Вот, потому что в Днепре выступал только один раз. У вас там есть классная организация, стендап Днепр шоу. Вот, у них выступал очень-очень круто. Ходите на стендап в Днепре, кстати, на ребят. І розкажи, будь ласка, стосовно жартів про родину, дружин, тещ і тому подібне. Не ображаються жінки 8 березня, особливо на такі жарти, які, ну, можуть показатись комусь сексистськими, можливо? Ні, на самом деле не обижаются. Вот, я очень долго не мог пригласить на свои выступления жену, потому что думал, ну, блин, ну, то, что я рассказываю, она по-любому обидится. Но у меня был сольник год назад, я ее первый раз пригласил, она отсидела, отсмеялась, все абсолютно нормально воспринимает. Женщины тоже смеются, потому что, ну, я не считаю, что у меня шутки оскорбительные для женщин, вот. В основном они узнают себя и с этого смеются. Вот. Ну, я часто начинаю свое выступление, говорю, что я сейчас очень много импровизирую залом, хочу научиться, чтобы, если мне кто-то что-то обидное из зала выкрикнул, я ему мог быстро, обидно, смешно ответить. Вот. И сейчас тренируюсь на жене. Ну, она у меня классная, я ей сказал: «Зайчик, мне нужно для работы, просто ты не обижайся». Она говорит: «Не, вообще не вопрос, ты не обижайся, если я на какие-то твои фразы буду смешно, обидно отвечать». Она официально дала добро, и, в общем, мы сейчас третий день в ссоре, потому что она отвечает обиднее. У женщин это лучше получается. Ну, вот как-то так. Про тещу тоже все заходит. Ходят, хотя это такой мувитон, сейчас шутить про тещу, это больше туда, там, дизель-шоу, там, квартал, но народ любит такие простые шутки. Ну, це насправді круто. І от наостанок я попрошу, я розумію, що ти вже відстрілявся, привітав весь жіночий батальйон і в Дніпрі, і в Києві, але все ж таки попрошу наостанок привітати дніпрянок з 8 березня і побажати їм щось від себе. Так, желаю всегда быть молодыми, красивыми, цветущими, женственными и здоровыми, самое главное в наше время. Вот, в Днепре, смотрите, самые красивые девушки, я знаю, как человек, у которого жена из Днепра, теща из Днепра, мама из Днепра и бабушка из Днепра. Патриотизм такой местный. Вот, с праздником вас! Дякую, Артур. Дякую тобі велике, що приділив нам час.